Всем здравствуйте. Ну, как я вот точил на вот этой приспособе ножик, я показывал. Ну, вот что у меня получилось. Вот так. Ну, как бы, как будто на фрезере все ровненько выточено. Ну, а сейчас вот надо полировать его. У меня не на чем. Ну и решил сделать себе волочный диск. Вот у меня есть такой волок. Я им двигатель у машины закрывал. Вот три куска уже отрезал. Сейчас я их буду вот по этому диску, ну, ровненько обрезать. Потом вам покажу. Отверстие делал. Вот это обойма от подшипника кувалды. Сейчас покажу. Брал кругляш. Отмечал середину. И уже обойму выставлял. Потом легким движением кувалды вот получается вот такое ровненькое отверстие. Диск я доделал. Ну, вот нашел две вот таких шайбы. Это с колесиков от Бурана. Ну, они у меня валялись просто. И у них вот по кругу 6 отверстий. Ну и в середине пробил отверстие на 32. Ну, чтобы на посадочное место вставало. Ну и тремя болтами закрутил. Вот. Но это закрутил, чтобы они не распадались, когда их снимаешь. Этот диск не часто нужен будет. И затем вот этим вот диском маленьким вот так выровнял. Ну вон там видно, не видно, но это вот все это волосы от волочного диска. Ну и теперь надо найти постогой и попробовать, как он будет полировать. Но у меня постогоя нет. Ну, найду, когда потом покажу, как полирует. Постогой не дали. Вот такой маленький кусочек попробовать. Ну, уже попробовал полировать. Ну, как бы. Ну, вам видно, не видно, но полосы есть и каверны. Ну, это ржавчина, но они глубокие. Если их полностью убирать, то лезвие уже тонкое останется. Ну, я единственное, вот только на этом точил диски. А надо что-то мелкий какой-то диск. Но так все равно полирует. Видно, что вот с этой стороны уже явно даже полос так сильно не видно. Так что этот диск работает. В общем, сделал я его где-то, ну, за час. И теперь у меня есть полировочный диск. Ну, наверное, сниму еще одно видео, как буду делать ручку. Ну, и там как раз покажу, как я его, ну, наполировал. На этом все. Всем спасибо за просмотр. До свидания.